Шведский макарошки, очень полезно будем сегодня ужинать. Первым делом взял на кокосовое маслечко, поставил лючок, поставил куркума и немножечко жаришь. Потом поставил на него ситручковый фасоль и тоже немножечко вот так вот жарил. Поставил 2 ложка соевый соус, больше не надо будет солоный. Все это дело хорошо перемешал. Поставил на него кукурузка, болгарский перчик, опять немножечко потушевал по 2-3 минут. И поставил на него брюссельский капуста и вот такой вот брокколи. Все это дело потом взял 2 яичечка отдельно, поломал чуть-чуть соль, поставил на него. И вот так вот, когда хорошенечко перемешал, потому что больше мешать не будешь, поставил на него немножечко твое яичко. Один сторона, другой сторона. Все. Потом под крышком подержал пару минут. Яичко приготовился. Все это дело красивенько выложил вот так вместе с рис на тарелочка. И потом чуть-чуть поставил на него такой крем-бальзамик. И садишься за свой стол и кушаешь. Приятный тебе аппетит, мой друг. Будь здоров и не болей.